Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка исполнил новогодние желания детей. В преддверии праздника он запустил добрую акцию. Подарки получили три многодетные семьи – Северной Осетии и школа-интернат. У семьи Худиевых из Кобани теперь есть планшет, чтобы дети в случае необходимости могли заниматься дистанционно. А вот детям семьи Койбаевых привезли велосипед. Подарки были не только полезные, но и вкусные. Вдобавок к основным презентам – целая корзина со сладостями и елочными игрушками. Выбрали велосипед именно, так как на нем они смогут кататься все. У нас четверо сыновей и разных возрастов, поэтому как бы этот подарок оценят, можно сказать, все детки. Нам очень приятно, да, дети рады, конечно, разбирают другие подарочки. Подарки выросли конкретные, так сказать, предварительно. Семьи обзванивались, и люди высказывали свои пожелания.